Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Faberlic по 5-му каталогу. Вот такая коробочка на 50 баллов. Итак, поехали. Как всегда, вместе с вами буду вскрывать. А мы с вами в Телеграм договорились, что заказ будем собирать максимально выгодный. Ну, и так уже проблем как бы нету. Единственное, что порошок не подешевел. Чуть-чуть подорожала бытовая химия. Какая-то побольше, какая-то поменьше. А все остальные товары, на них нам цены вернули. Кто еще не в курсе, да? Кто хочет быть в курсе новостей Faberlic, подписывайтесь на мой Телеграм и Дзен. Там они выходят первыми. Вот, там мы с вами это уже обсуждали. Поэтому всем паникерам еще раз привет. Кто паниковал, говорил прощай Faberlic и так далее. Цены Faberlic вернул. Рано паникуйте. Как я и говорила, все потихонечку образуется и встанет на свои места. Нам уже вернули VIP-программу. Поэтому, скорее всего, придется делать еще один заказ. Потому что, когда я делала этот, VIP-программу в начале каталога еще не было. А сейчас уже продукт со скидкой 70% доступен. Поэтому, возможно, я буду продолжать свой статус VIP, да? Посмотрим. Скорее всего, будет еще один заказ. Здесь у меня есть и новинки, и, как мы с вами, еще раз повторю, договаривались в Телеграм, мы собрали максимально выгодный заказ по ценам, максимально нужный в нынешней ситуации, да? Вот так у нас с вами тут все упаковано. Ну и давайте начинать. Сейчас крутая акция, тоже молодцы, Faberlic, они консультантов никогда не бросают, 500 рублей в подарок новичкам, поэтому кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Быть Faberlic сейчас очень выгодно, потому что мы с вами прекрасно знаем про цены в магазине с вами, да. Так, с серии «Дом» начну, и тут у нас есть новинки. Заказала концентрированный гель для мытья посуды. Я постараюсь вам называть цены, но на самом деле тогда видео затянется, да. По обычной цене совсем он дешево вышел, потому что у меня огромная... Огромный чек, поэтому искать здесь каждый продукт мне не очень удобно. Я так буду приблизительно вас по ценам ориентировать. Цены все обычные на эти товары. Для мытья посуды буду называть в ценах консультанта. 140 рублей. 140 рублей вот такая вот бадья. Здесь у нас сколько? 500 миллилитров. Да, 500 миллилитров. Артикул 394. 394. С яблочком. Мне очень нравится. Яблочко, кстати, стало погуще. Раньше оно было самое жидкое. Взяла в запас. У меня еще есть немного, но... Скоро кончится на каталог, навряд ли остатков хватит. 140 рублей 500-миллилитровая бадья, которую можно разбавлять 1 к 3, 1 к 2, а можно и вообще не разбавлять. То есть средство очень экономичное. Все, кто пробовал, у меня есть знакомых, все в восторге. Да? Мы с вами цены на магнит косметика, на такие продукты уже подобные в Телеграм тоже обсудили. Поэтому, да. Так, теперь новинки. Моющее средство антижир. Последние цены, которые смотрю, девчонки, больше не буду искать. Антижир. Цена консультанта, то есть уже со скидкой, 170 рублей. Значит, второй 170. Вот так оно выглядит. Я надеюсь, что это будет что-то похожее на Грасс и помощнее, чем средство для духовок и плит, хотя оно тоже достаточно мощное. 307.01 его артикул, и у него очень большой спектр действий. Я уже на сайте ознакомилась. Здесь, еще, кстати, в этих новинках пробиотик есть. Вообще классно, девчонки. То есть его убрались, а пробиотики за вас, они еще следят за чистотой, то есть не позволяют размножаться бактериям, не позволяют садиться так быстро пыли на поверхности, да, поэтому круто, будем пробовать. Глубокая очистка на микроскопическом уровне, эффект длительной чистоты, устранение неприятных запахов, не оставляет пятен разводов. Кстати, вот да, вот вроде как эта серия еще направлена на то, чтобы не оставлять следов даже от воды. Будем тестировать в следующем видео. Полезная среда в доме, безопасна для человека и животных, что очень важно, да. Без красителей одушек, бережно для рук, можно без использования перчаток, написано, что для меня тоже плюс, я их терпеть не могу. Рекомендовано для домов с септиками. Давайте нюхать. Практически ничем не пахнет. Белый гель, не белый, а даже такой вот, чуть мутноватый, прозрачный. Какой-то... Фруктовый микс, еле-еле уловимая душка. Кто-то может ее вообще не почувствовать. Вот у меня так. Грубо говоря, одушки нет. На самом деле это очень круто. По-моему, вот эта серия даже подходит для тех, у кого в семье есть детки с атопическим дерматитом и так далее. Поэтому шикарно. Слушайте, будем пробовать. Я вот только хотела посмотреть, для чего, для каких поверхностей. Начаем поверхность, антижир. Для деликатных, лакированных, глянцевых, натуральных поверхностей, то есть дерево, ламинат, все обработать на небольшом незаметном участке. А, это как протестировать нам с вами. Не допуская длительного контакта со средством. Ага, вот так. Вот так мы его применяем.
Для удаления жира, засохших пищевых остатков, неприятных затхлых запахов с большинства моющихся поверхностей кухни, столешниц, фартуки, потолки, кухонная мебель из пластика, включая глянцевое покрытие, винил, плитка, керамика, фарфор, стекло, натуральный искусственный камень. The best. И вторая новинка, девчонки, из этой же серии у нас с вами пробиотик. Универсальные. С ним, я знаю, точно можно мыть полы. 100% чистый, бережное очищение. Так. Полы, стены, ванная комната, длительная чистота. Вот тут вообще для всего, даже поверхности можно протирать. Артикул 307.00. Хотите узнать цену, вводите, смотрите актуальную. Но я думаю, они больше меняться не будут. А так вы, в принципе, ценовую политику поняли. То же самое. Нет никакого запаха вообще, девчонки. Очень-очень круто. Очень круто. Буду мыть с ним полы. Будем с вами в следующем видео тоже его тестировать. Все супер. Так, что у меня тут еще из серии дома? Серии дома заказала концентрированный гель для стирки белья. На него сейчас найду цену, потому что она слегка изменилась, но не сильно подросла. Если порошки дорого, такие гели не очень дорого. Но я не очень люблю концентрированные гели для стирки Faberlic. Мне больше нравится порошок, честно скажу, да? Но пока решила взять и гель в запас, чтобы было чем стирать. Ничего другого, никаких других фирм брать не хочу. Но вот когда вот так вот надо найти, никогда ничего не находится, да? Так. 266 рублей уже с моей скидкой. Здесь 20 стирок. Это нормально. Это нормальная цена, адекватная. Вот гели сейчас набрать можно. Мне кажется, сейчас их консультанты все и разберут. Артикул 118.42. Мы с вами его тестировали. Я никаких чудес не заметила. Но стирает и стирает. Как бы, еще раз повторю, универсальный порошок я люблю гораздо больше. Но и это средство имеет место быть, если пока у нас такая ситуация с вами. Сейчас, может, по программе порошок возьму, если тоже не разобрали. Ультракондиционер для белья, повторила. Здесь уже 30 стирок в бутылочке, он практически цену свою не изменил, там 150 где-то рублей. 118.54, мой любимый аромат, вы прекрасно знаете, сенситив розовенький, он делает белье самым мягким, а здесь у меня самая любимая отдушка. Я ее обожаю, на весь дом потом аромат идет от стиранного белья. Давно не брала, соскучилась. Класс, такой, знаете, люксовый парфюм, классный. Подстать запах вот этому цвету этикетки, вообще супер, поэтому рекомендую. Так, погнали дальше, взяла 3 зубных щетки, они за 100 с небольшим рублей выходят. Обновить, потому что всем уже пора. Жене синюю, мне зеленую, Ксюше красную. Уже такую ей, в принципе, можно. Я когда детские беру, когда такие. Щетки, кстати, классные. Они, как заявляет производитель, с ионами серебра. Артикул, допустим, синий 99,18, зеленый 99,19, красный 99,17. Давайте с вами откроем синюю, я вам покажу поближе. Щетки красные, классные, большие, удобные, просиликоненные, удобно держать за счет вот этих силиконовых пупырышков. Здесь у нас написано Faberlic. Вот так выглядит щетина. Она есть скошенная, видите, и есть выступающая. То есть между зубками очень хорошо и удобно чистить. Щетки, к ним нареканий никаких нет. Сейчас щетки в магазинах тоже, скорее всего, подорожают. Я не брала каких-то мегазапасов, заметьте. Я не понимаю тех, кто берет ни в магазинах, ни в Faberlic эти мегазапасы. У меня все по чуть-чуть, все как надо в дом. Но есть такие, я знаю, у нас, которые берут. Так, бальзам любимый для стоп, гладкие пяточки. Скоро пост на него в Дзене обязательно напишу. Вышел в формате XXL. Артикул у него, по-моему, такой же остался, 12,90, если мне не ошибает память. Да? Это безумно крутое средство. Здесь 30% глицерина. Пяточки, локоточки, даже губы на ночь, даже сухость какую-то на лице, на теле, где угодно. Наносите на руки только на ночь, потому что средство на руках ощущается. Да? И днем, если наносить, не очень удобно будет. А вот на ночь вообще огонь. Кутикулу мою вечно сухую смягчает. Пяточки вообще в идеальном состоянии. Я пою ему оды давно, а цена, девчонки, смешная. Да? Поэтому присмотритесь. Так, из новинок. У меня много очень полотенец, но я решила взять, чтобы вместе с вами сравнить. У меня в основном ивановский трикотаж, Узбекистан, Туркменистан. А здесь у нас, кстати, кто изготовитель? Москва. Мне кажется, это Узбекистан. А, Пакистан, это вообще Пакистан. Я взяла маленькое такое для лица 50/70, 100% хлопок. Это кремовое полотенчико, 910/298 артикул. Такое светленькое решила взять для личика. Так, сейчас откроем с вами, посмотрим, какие полотенца делают в Пакистане. Вот такой цвет. Он больше... Вот. Вот так вам правильно камера сейчас передает его цвет. То есть он не такой желтый, когда я его приближаю, да? Нет, он такой больше персиковый, светло-персиковый. Размерчик.
Полотенце изначально мягкое, просто некоторые полотенца приходят грубые, их надо в кондиционере постирать, и оно будет мягким. Здесь у нас с вами этикетка Faberlic Home, а есть вот такой вот принт по бокам, да, такие волняшечки. И похож очень на полотенце Узбекистан, тонковато, честно, тонковато. А старые версии полотенца у меня есть до сих пор, маленькое голубое, я его на кухне для рук использую, такое бирюзовое, оно гораздо плотнее. Вот по первым ощущениям так. Я не знаю, как вам передать, нужно самой потрогать. Если вот ванновский трикотаж, Узбекистан, Туркменистан. Узбекистан потоньше, Туркменистан потоньше. Вот это вот как Узбекистан, да? Ну, а так посмотрим. Будем стирать, будем смотреть, будем применять. Имеет место быть. Цена тоже очень смешная. Дальше, как всегда, салфетки детские. По 96 рублей они с моей скидкой вышли. Я взяла 5 упаковок, потому что я уже набрала в дочках и сыночках на акции. Вообще за 30 рублей, да? Здесь 50 штук. За 96 рублей салфетки прекрасные. Вот сколько я не брала в магазинах, и сейчас вот набрала и фикси, ну, в запас, потому что неизвестно, как все повернется, да. Не очищают салфетки кожу так, как фаберликовские, но не очищают. Вот все равно не очищают, это видно, это чувствуется, поэтому брала и буду брать, даже если подорожают. Так, артикул 17,98, они большие, они классные, они с пантенолом, они кожу тоже успокаивают, легкое покраснение снимают, у меня к ним вообще никаких нет нареканий. На БАДы, кстати, цена тоже вернулась в свою прежнюю, в нормальную, адекватную цену. И даже есть дешевле. Были БАДы по распродаже. Я их взяла. Я взяла «Секреты Востока», только допила их, потому что мне очень нравится этот БАД. Я с ним как-то чувствую себя бодро, хорошо. Организм нормально функционирует. Ну, как вот вот объяснить, не знаю. Усталости, что ли, меньше. Вот мне очень нравится. Я его открою сейчас. Они все запечатаны, потому что уже начну пить. А может быть, на двухнедельный перерывчик сделаю, потому что я две банки уже пропила. Такие большие капсулки. Мы пьем с вами по две штуки в день. Рекомендуют нам его пить натощак. Я с утра уже вам показывала. Тоже в Телеграм, по-моему. Наливаю стакан воды комнатной температуры. Туда я чагу. Чагу тоже вот сегодня допила. Добавляю. Это все натощак. Как только просыпаюсь, иду на кухню. Да, беру две капсулки «Секреты Востока». Запиваю стаканом с чагой. И все, чики-пуки, супер. Через полчаса, час завтракаю. Здесь их 60 штук. Сейчас по БАДам вам скажу. Как раз вот он мне попался. 355 рублей с моей скидкой. Это прекрасная цена на этот БАД. Он у нас гораздо дороже бывает. Еще взяла Energy Boom. Я уже его пила. Так, артикул 157,27. 296 рублей вообще цена. Это энергетик. Ну, грубо говоря, кто энергетики в банках пил, только здесь немножко поделикатней состав. И здесь какой-то особенный кофеин. Я читала на сайте. То есть он не так вреден, скажем так, как те, которые у нас с вами в энергетиках, и тот, который в кофе. Как-то они там что-то с ним делают, не могу сказать, но вот помню такую информацию, на сайте видела. Здесь тоже 60 штук, и, по-моему, по 2, я даже по одной пила в день, и мне было вообще нормально. И действительно, а тут по 3 порции даже в день, я по 2, значит, пила, запивая стаканом воды. Это я уже пила после завтрака, где-то через полчасика, 2 порции, запивая стаканом воды. И мне хватало бодрости, могу сказать определенно точно, потому что с маленьким ребенком полноценно ночь поспать удается крайне редко, поэтому вот этот продукт тоже имеет место быть. Здесь уже тоже запечатано все. Таблеточки у нас с вами такие белесо-серые. Такие таблеточки, их тоже 60 штук. Вещь классная. Люблю, обожаю. Поэтому цена была хорошая. Взяла. Взяла всего одну пачку прокладок. Одну. Кто разобрал прокладки? Вы видели, какие на них цены сейчас на Wildberries и в магазинах? По 600 рублей какая-то Г. Натурелла. Взяла одну пачку ночных прокладок в запасике. Потом сказали, они уже пропали. Почему-то у нас женщины решили запастись прокладками. Дефицита нет, а женщины решили его создать. Ну да бог им судья. Артикул 112,95. Не знаю, когда завезут на склады, да. Поэтому мониторить надо каждый день и в обратной связи спрашивать. Классные ночные прокладки лыжи, с которыми хрен, девчонки, протечешь. Вообще потрясающие, супер, очень их люблю. Здесь я не вон новый чип, с ним меньше болит живот. Многие из вас, кстати, это подтвердили, да. Здесь у нас турмалин, по-моему, используется, да. В общем, они супер. Ночные уважаю. И дневные уважаю, все уважаю. Единственное нарекание – крылышки. Крылышки, крылышки, вот да. Мы взяли с вами, дальше вот почти все пойдет бюджетненько, и то, что нужно каждому в дом. Шампунь, бальзам. Я взяла на этот раз фиалочку вот такой. Меньше 100 рублей цена, смешно. 250 миллилитров, артикул 8767. И бальзамы вот эти крутые, о, шампуни вот эти крутые. Вообще тоже к ним никаких нареканий нет. Поэтому какая-то пьяная фиалка. Знаете, такой запах клюквы еще какой-то почему-то у меня сейчас. Такая пьяненькая фиалочка такая.
Ну ничего, запах вкусный, цветочный, все нормально. Будем мыть волосы. Я в основном Ксюшке такие отдаю. Смотрите, какой густой. Какой у него будет маленький расход. Пенится они великолепно, промывают хорошо. Супер. Так, дальше у нас с вами серия «Морошка». Я взяла шампунь и бальзам. Тоже что-то 100 с копейками прям совсем. А, то есть за 250 рублей вот эти два средства. Шикарно, я считаю, в магазине. Мне кажется, уже так с сегодняшнего дня вообще там Procter & Gamble все там дорожает. Короче, нафиг, не пойду даже больше в магнит косметик. А у нас за 250 рублей два средства взял и радуйся. А тем более такие. Морошка вообще мне очень нравится. От нее так круто блестят волосы. Хорошо расчесываются. Даже у Ксюши ей вообще мало чего помогает в этой жизни. Супер, блестят, выглядят здоровыми, без утяжеления. Я на этот раз взяла интенсивно очищающий для жирных волос, потому что у меня сейчас волосы в нормальном состоянии. Я их феном не сушу, они у меня здоровые. И корни поэтому быстро жирнятся. Так всегда бывает, палка о двух концах. Когда их жгу, сушу, крашу, осветляю, корни не жирнятся, все нормально. А когда вот ухаживаешь за ними, вот такая песня. А, так, здесь у нас 230 миллилитров, артикул 0638. Вот такой вот шампунчик. Предыдущий у меня был, по-моему, питательный. Тоже оранжевый, тоже пахнет морожкой. Для меня этот запах как-то перекликается с манго, маракуйей. И я его просто обожаю, я от него просто балдею, девчонки. Так, а бальзам взяла универсальный для всех типов волос. Вот такой. Он у нас запечатанный, кстати, да? Здесь у нас 150 мл, артикул 0194. Будем с вами тоже в следующем видео обязательно тестировать. Беленький. Вот такой. Маска была у меня тоже шикарная. А, и так же пахнет. Класс. Вообще супер. Так, давайте новиночками разбавим немножко. Две помадки из новой серии. It's Clear она называется. Вот такие упаковочки. Упаковки все говорят перерабатываемые. Взяла в двух таких самых ходовых оттенков, на мой взгляд. Они вот уже випы где-то обозревали. Значит, первый оттенок 411-09, второй 411-07. Название здесь не написано. А я уже не помню, каталог искать не хочу. В общем, сами посмотрите, девчонки. Один из них какой-то с лиловым название что-то, а другой типа кораллового. 411-09, 411-07. Будем с вами как всегда ориентироваться на свотчи. А в следующем видео я вам и на губках обязательно покажу. Такие вот, видите, какие коробочки. Био-коробочки. Серия био, серия без силиконов, серия без парабенов, без минеральных масел. Не тестируется на животных. Много о ней можно говорить. Потестировать захотелось, поэтому взяла. Вот такие флакончики милые, розовенькие, да? И на донышке, да, здесь у нас есть артикул. Написано, да, есть, золотом набито. Не очень читабельно. Так, первый оттенок. Я вам при естественном освещении потом на руке покажу свотчи. 411-09. А, это вот, вот с лиловым подтоном. И здесь цветочек нарисован. Я вам тоже покажу потом цветочек, чтобы не мазюкаться. Сейчас его. Запах не чувствую. Так, и другой. 411-07. Это вот с таким вот коралловым подтоном. Освежающий. Я люблю такие, кстати, оттеночки. Тоже запах не чувствую. Ладно, давайте сводчить. И еще подробный пост. Блин, испоганила. Испоганила цветочек, хотела вам показать. Пост в Дзене напишу завтра, скорее всего. Знаете, помадки подробные со сводчами. Так, девчонки, первая помадка. Балкон выползла. У нас с вами в артикуле. Господи, как же его разглядеть-то? 411-09. Смотрите, какая красивая. Такой вот оттеночек. Сколько ее здесь вот до конца. Так. Цвет правильно вам передается сейчас. Вторая помадка 411-07. Я ее уже покоцала, цветочек. Освежающая. Вот такие люблю. Но лиловый тоже люблю. Так, сводчим. Так, смотрите, камера передает вам сейчас верно. Вот эти маленькие, это я провела один раз. Здесь несколько раз повозюкала, да? И мне кажется, лиловый кажется, на первый взгляд, более сухой, да, нежели вот это вот коралловое. Оба оттенка имеют место быть. Я очень такие люблю. В следующем видео будем смотреть на губах. Почему не показываю вам на губах? Потому что это не будет достоверным. У меня татуаж. Да? Поэтому ориентируйтесь на сводч. Вот здесь один раз провела. То есть пигментация у кораллового достаточно сильная. У лилового послабее. Вот такая красота.
Девчонки, то, чего вы ждали, это в заказе у меня самое главное, это 6-й каталог. Я сегодня постараюсь, честное слово, Костюшку спать уложу, отснять вам. Многие девочки просили, потому что теперь у тех, кто снимал каталоги, их не было, и в обзоре нету, он у нас с вами с ценами. Я надеюсь, что они не изменятся ни на что здесь, кроме бытовой химии. Поэтому я вам буду снимать только страницы, девчонки, хорошо? Я спросила у вас, вы сказали только страницы, просто чисто посмотреть каталог. А именно обзор и план покупок мы с вами будем снимать уже непосредственно перед его выходом, да? Как обычно мы с вами это делаем. А все странички я вам засниму, сниму его и постараюсь сегодня тоже выложить. Так, дальше серия Baby взяла в запас. Хорошая цена была на гель для купания младенцев. По-моему, 199 рублей уже с моей скидкой. Артикул 1641. Классный, всегда вам его хвалю. И кремушек из этой серии. На него пост написала в Дзене вчера. Кому интересно, проходите. Рассказала, от чего, как помогает, как мы им спаслись. Так, артикул 1645. Супер. Дальше. В запас взяла вот такую кухонную тряпочку. Она у меня уже есть. Когда ее кидаю в стирку, хочу вторую же такую. Пока из всех тряпок, что я пробовала Faberlic, мне понравилось это больше всего. Она в меру жесткая, она хорошо очищает любую поверхность, поэтому зачет. 115-24 артикул. Сейчас покажу. Она такая ребристая, такого плетения интересного, поэтому она мне очень нравится. С одной стороны вот так, а с другой стороны вот так. И здесь есть петелечка еще. Очень удобная, крутая тряпка. Рекомендую. Так, погнали дальше. Дальше, девчонки, опять же, про бюджетность. Я взяла пасту вот такую. Ни разу не брала пасту из этой серии, потому что мне не подошли пасты Эксперт Фарм, и я решила эти не брать. Но мы с вами бюджетную корзинку договорились собрать. Вот собираем. Экстра свежесть. 59 рублей. 59 рублей. Все запомнили. Артикул 2245. Буду пробовать. Может быть, на эту пасту у меня не будет чувствительность повышаться. Я знаю, многие девчонки ее любят. Запечатанная. Распечатаем с вами в следующем видео, посмотрим. Не хотела брать жидкое мыло с хлоргексидином, но все равно взяла. Пусть будет, потому что оно тоже недорогое, девчонки, тоже попадает на свою категорию бюджетной корзинки. Здесь большой объем, 200 мл, артикул 2717. С хлоргексидином я не рекомендую руки мыть каждый день. Какое оно густое. Это не мыло, девчонки, это гель. Такое ощущение, что сюда антисептик наш привычный перелили, да, фаберликовский. Оно даже не перекатывается, его надо вываливать. Запах вкусненький. На антисептик наш не похож. Там более ярко выраженный аромат. Как бы отголосок похожий есть, но здесь такой более деликатный аромат. В антисептике он прям такой вырвиглаз, какой-то фруктово-спиртовой. А здесь у нас с вами хлоргексидин. И по составу он у нас, по-моему... Ну, я вначале его не вижу, ладно. Чуть позже серединки, вот он, хлоргексидин, да? Но имеет место быть, хотя, как нам говорят, пандемия отступает, да, но тем не менее все болеют. Неважно, неважно, мы не об этом. Имеет место быть, пусть будет очень густое, вы поняли уже, да? Практически не перекатывается, хватит надолго. Можно и водичкой потом разбавить, если с вами. Про сохранение нашего бюджета сегодня вещаем. Взяла тоже, была хорошая цена, именно на вот это мыло из линейки Technokids. Жидкое мыло 3+. Мы его как пену для ванны используем. Как подмывашку, как бы, почему нет, 23,56, как все что угодно. Мыло классное, по-моему, у нас это яблочко зеленое, если я не ошибаюсь. Нет, это Bubblegum. Это Bubblegum отдушка, прям Bubblegum вообще супер. Пенится хорошо, промывает хорошо, тоже достаточно густое. Цена там 100 с копейками, по-моему. Видите, тоже долго перекатывается, очень густое. Technokids уважаю, но вот сейчас была хорошая скидка на мыло, пока взяла мыло. Взяла свой любимый мист Океану. Я уже пела про него оды тоже в Дзен. Есть подробнейший пост. Заходите, читайте. Кстати, девчонки, у кого Дзен не работает, и кто этот ролик смотрит на YouTube, у кого в других странах в основном приложение Дзен не работает, можете не через приложение смотреть и регистрироваться, как бы, любимых блогеров, а через любой браузер. Заходите, пишите Яндекс.Дзен, все получится. Мист крутой. У меня чуть-чуть его совсем осталось. 0,9-47 артикул. И для волос, и для лица, и для тела. Увлажнение моментальное, без утяжеления, впитывается быстро, легкая прохладушка. Он безумно приятный, безумно удобный распылитель. У меня прям это must-have, я не знаю, он пока у меня будет всегда в использовании, потому что люблю, очень понравился. Так, дальше. Взяла, опять про бюджетную корзину, вот такой кремушек из серии Love для рук, питания и восстановления. Хотела взять баночку, нет в наличии. 25,85 артикул. Крем неплохой, насколько я помню. Нормально увлажняет, все отлично. И цена у него получилась там меньше 80-90 рублей точно. Поэтому класс. Кремушек тоже взял один и для ручек, и для пяточек. Лицо кремом Лав можно мазать. Там у нас ланолин, правильно, да, девчонки? А то я уже заговариваться могу.
Поэтому и личико таким кремом помазать тоже можно. Так, взяла тушь, свою любимую First Class. Сейчас она у меня на ресничках. И она обалденная. Я вот только вот эту достала новую из холодильника. В холодильнике хранила, потому что давно брала в запас. И вот эту сейчас тоже положу в холодильник. Я хотела вам старую взять, открыть, показать. Но на нее у меня тоже будет обязательно пост в Дзене. Я все распишу, все покажу. Здесь не силиконовая фитберовая кисточка. Артикул сказала 53,72. Я раньше такие не любила. Но вот стоило мне попробовать тушь First Class, все, это моя любовь стала. Она достаточно такого удобного размера. Ей там века не замазюкаешь. Она, смотрите, как хорошо удлиняет. И объем тоже дает. Это коричневая. Я за другие оттенки не ручаюсь, потому что многие девочки писали, что другие оттенки приходят в полусухом состоянии. Я беру уже, наверное, пятый раз коричневую. И ни разу она мне не приходила сухой. Последний я вообще красилась месяца три. Думаю, когда ж ты, сволочь, засохнешь? Уже хочу новую открыть. Вот. Так, дальше поехали. Еще есть новинки, девчонки. Что-то у меня в коробке, не пойму. Взяла парфюм Феерик Сенсуэли. На подарочек кому-нибудь. 317 артикул, цены на 30-миллилитровки сейчас очень вкусные. Бюджетный, правда, низкий балл. Но мы с вами про бюджетную корзину, про низкий балл не говорим. Я могла бы заказ себе собрать гораздо дешевле, да? А этот у меня вышел на 6350 баллов. Я могла себе и на 5000 собрать 50 баллов, просто не брать акционный товар, да? А брать товар с полным баллом. Но так как мы с вами договорились, что корзина будет бюджетная, поэтому вот так. Водички вообще что-то там 200 с чем-то рублей, по 300, по-моему, 30 миллилитров. Вот эту рекомендую, кто любит сладкие ароматы. Сенсуэли вообще шикарный парфюм. Так, дальше. Что тут у меня? Шкатулка. Шкатулка. Я же заказала для украшений бежевую. 910-338 артикул. Вот так она в коробочке приходит. Видишь, моя прелесть. Вот хоть себя порадовала. Ой, какая красивая, девочки. На белый туалетный столик. Ну, вообще, с золотыми блесками. Вам отсвечивает? Я вам покажу ее поближе. Вот тут фаберлик. Прелесть. Угу. Так, открываем. Магнитная. Не магнитная, а просто кнопочка. Кнопочка, как на одежде такие кнопочки бывают на сумочках. Какая крутая. Блин, девчонки. Смотрите. Здесь сумочка. Вот такой карманчик. Вот тут для у нас с вами гвоздиков дырочки. Оп. И тут, смотрите, какие отделения. А вот это двигается. Можно сделать здесь пошире, здесь поуже. Блин, я покажу вам ее поближе. Она невероятно крута. Я очень довольна, девчонки. Это как кожзам, наверное. Нет, кожзам. То есть ее будет хорошо протирать, мыть. Блин, вообще. Вот это просто, вот это просто, девочки, себя порадовать, это вещи. Очень классно. 1000 рублей она, по-моему, со скидкой вышла. Так, а где еще одна новинка? Я ее только что доставала. Бальзамчик. Бальзамчик. Ицкле в артикуле 411-02. Манго. Такая коробочка тоже перерабатываемая. Пластик здесь перерабатываем. Бальзамчики-малышечки у нас вот такие, прям утипутечки. 12 миллилитров с витамином Е. Запечатанный, зафольгированный. Так. Опачки, я пока на руку, а потом будем тестировать с вами. Ксюшке сейчас помажу губки. Блин, не давится, наверное, какая-то еще пленка осталась. Ну что-то не... А, он такой просто тугой, девчонки, он очень тугой, такой, как вазелин. Вот его давишь, а он прям не давится. Он такой плотная текстура. Смотрите, какой цвет. Манго, да, чувствую манго. Еле уловимая натуральная манго. Размазывается, как вазелин. Прям вот так. А, вот сейчас пошло манго и цветочки. Зелень какая-то. Какая-то зелень. Ой, как мне нравится этот аромат. Слушайте, у меня бальзам будет в любимчиках только из-за аромата. Манго уже как-то на второй план ушло. Зелень, цветущая липа. Класс. Похож на вазелинчик. Никаких кусочков, краплений тут нет. Прям вот вазелин вазелином. Будем пробовать. В следующем видео. Угу. Питает. Классно, смягчает тут же. Вообще супер, потому что у меня были шелушения тут на губках. Прям мягонько. Вкуса нет. А запах крутой. Боже. А, зелень. Все, манго только было в начале. Сейчас вот чистая зелень. Так, ну вот она шкатулочка, смотрите. Вот цвет, вот блестки. Очень крутая, очень красивая вообще.
Так, вот у нас кнопочка. Открываем с вами. Вот, вот как она выглядит, да? Открываем. Так, первый отдел. Вот тут вот эти такие штучки. Слушайте, а как они? А, это крючочки можно вешать. Они отгинаются и обратно загинаются. Кармашек, ну, для цепочек можно вот так повесить что-то, или длинные серьги и браслеты, да, туда заправить. Так, вот этот отдел. Все плотненько сделано, все добротно. Так, и вот этот отдел. Вот эти штучки тут у нас для колечек. Просто шикарно. Прям вот для любой девочки шикарный подарок. На подарок, девчонки, я бы такому подарку безумно радовалась. Присмотритесь. Так, все. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Как всегда, ссылочка для регистрации в структуру Faberlic под видео. Сейчас очень круто, и денежки в подарок, и вообще Faberlic сейчас впереди планеты всей будет. Сила! Всех люблю, целую, всем пока-пока!